Я с дома иду, и под машиной, и кошка тащит бедного голубя. И голубь, можно сказать, орал по-своему. Мне жаль стало его. Мы с папой резко побежали и отгнали кошку от голубя. А потом понесли в приют. Птица, у нее была переломлена шея, и она еле ходила. К сожалению, там были такие переломы, то что она и голубь имел право на жизнь пару дней. Я просто очень хотел, чтобы она выжила, а голубь не выжил. И я не пожалел то, что я это сделал. И вот мы пронесли честь к этому голубю, проявили. И вот у нас значок, мы повесим сегодня на дерево его. Для меня это важно, потому что я хочу, чтобы все имели право на жизнь в этом мире. Мне кажется, некоторые люди просто прошли мимо и все, и ничего не сделали. И сказали бы, жизнь такая. Но всегда, если у вас есть такая возможность, вы видите, что кому-то плохо или что-то плохо сделать с ним, то тогда надо его всегда спасать, потому что вам все будет возвращаться, и надо спасать всех. Хай життя переможеться, и все имеют право на життя. И сейчас мы повесим фигурку в честь голубя. Каждый может прийти и посмотреть вот на эти все фигурки. Вот.